Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. 43-летнюю фигуристку Татьяну Навку нередко называют разрушительницей женских судеб. И это не просто так. Она действительно разрушила 3 семьи. Многие считают, что сейчас начинает действовать эффект бумеранга. Татьяна неважно себя чувствует, да и внешне выглядит очень устало и болезненно. Как же это все происходило? Первая разбитая Татьяной Навкой семья – это семья тренера Александра Жулина. Александр прожил со своей супругой Майей Усовой в браке около 8 лет, но он без сожаления бросил ее и ушел к подчиненной. У новоиспеченной пары родилась дочь Александра. Тем не менее, 14-летний брак распался. А все из-за измены Татьяны с Маратом Башаровым, актером, с которым она принимала участие в проекте «Ледниковый период». Его Навка увела у Елизаветы Круцко. В браке у бывших супругов осталась 6-летняя дочка. Марат Башаров злоупотреблял алкоголем. Из-за этого Татьяна ушла и от него. Достойной заменой Башарову стал известный политический деятель Дмитрий Песков. Ради спортсменки он оставил супругу с 3 детьми. Спустя несколько лет у них с Татьяной появилась общая дочь Надежда. Пара вместе уже более 6 лет. Однако так, чтобы все гладко и без проблем, разве так бывает? Татьяна все время вспоминает о бытовых проблемах, которые сопровождали их в начале семейной жизни. Влюбленные ссорились из-за каждой мелочи. Тане хотелось постоянных перемен, к примеру, купить новые вещи для интерьера или сделать перестановку. На сегодняшний день таких проблем нет. Решились также и проблемы с отношениями и с детьми от разных браков. У Дмитрия от первого брака есть старший сын Николай, первая супруга Пескова Анастасия, внучка полководца Буденного. От второго брака сыновья Дэнни и Мика, а также дочь Лиза. Татьяна Навка и Дмитрий Песков перестали скрывать свои отношения в конце 2014 года. Сомнения о том, кто является отцом младшего ребенка известной фигуристки, сразу же отпали. Старшая дочь Навки с отчимом взаимопонимание найти изначально вообще не могла. Однако со временем все наладилось. Теперь семья старается проводить как можно больше времени вместе. Таня утверждает, что у Александры в то время был очень сложный период – подростковый возраст. Но теперь уже все в прошлом. Родных детей своего мужа Татьяна очень сильно любит, хотя иногда и ругает. Младшую Надю Татьяна называет настоящим солнышком. Она объединяет сразу всю семью. Ее обожают все, как и она всех. Всегда бежит целоваться и обниматься. Что касается Дмитрия, фигуристка утверждает, что нашла идеального мужчину, поэтому абсолютно счастлива. А вот завистливые пользователи уверены, что самые главные проблемы Татьяны Навки только начались. Они касаются ее здоровья. За женатых мужчин, семьи которых она разрушила, фигуристка расплачивается собой. О своих недугах женщина особо не распространяется, но никто не знает, насколько ей на самом деле плохо и во что все это может вылиться. Некоторые подписчики подчеркнули в сети, что на чужом несчастье Татьяна попыталась построить свое счастье, но, похоже, не удалось. Что это? Зависть или проклятие вслед красивой и счастливой женщине? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!